Berlin, you go Skrianga. You are alone? Yes, I'm alone. Yeah, they practice. Yes. Калиников Скрянга готовится к чемпионату мира. Надеюсь, что он в хорошей форме и будет одним из лучших игроков. Мы переместились во второй зал игровой. Вот только что закончилась тренировка греческой сборной. Видите, Калиников Скрянга слева и тренер греческой сборной Константинос Влацакис. Влацакис, извините, мы выбираем сейчас тренировку греческой команды. Панагиотис Геонис, защитник, игрок, чьей игрой восхищаются многие любители настольного тенниса, и не только любители. Смотрите, как нарабатывается стабильность. Ну, Панагиотис Геонис также может атаковать с чудовищной силой. Вот так. Стоит только ослабить натиск и получаем мощнейший топспин. Но все же основное оружие Геониса – это подрезка, защита. Но ходы пропускать с ним я бы не советовал никому. Игрок с великолепными физическими кондициями, который очень здорово перехватывает инициативу. Один пропущенный ход. И может не поздоровиться никому.